На конкурс «Дети читают стихи». Сытник Александра, 13 лет, город Сургут. Стихотворение Булата Акуджавы. «Ах, война, что ж ты сделала подлое?» «Ах, война, что ж ты сделала подлое?» Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли. Позрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими. Не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб разлуки и дым. Наши девочки платьицы белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, но куда от них денешься, да зеленые крылья погон? Вы наплюйте на сплетников, девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что идете войной наугад. До свидания, девочки, постарайтесь вернуться назад.